У меня есть традиция дарить мужу необычные вкусняшки на Рождество. Сегодня покажу, что ему купила. Первое арахисовые шарики. Выглядят интересно, думаю, они больше мне в подарок, чем мужу. Второе купила сушеный манго, посыпанный специями чили. Муж любит тропические фрукты и что-то острое. Думаю, ему понравится. Третье чипсы огромный выбор, но не было любимых моего мужа. Зато себе купила банановые чипсы. Мне они очень нравятся. Четвертое. Взяла острые кукурузные трубочки со специей чили и лаймом, а себе купила сушеную муракую. Вкуснятина мне понравилась. Пятое. Шотландское печенье. Муж его очень любит. Также в магазине нашла консервированную селедку, производство Латвии. Надеюсь, вкусно. Шестое. Также взяла вафельки.